На улице 7 утра, и мы бежим на пробежку. Смотрите, какая красота вокруг. А сзади меня вот такое вот кафе, таверна, где утром приплывают лодочки, и там свежайшая рыба. Можно заказать себе сибас или дорадо, и вам ее приготовят. How much? 350. 350. В воде кусается. Ну что, побежали. Это место находится в Ветхие. Здесь очень красиво. Вот такая вот река, каналы по всему поселку. Такой спокойный поселок, малоэтажный. Такая вот дорога. Вообще для любителей, кто любит побегать, здесь просто красота, потому что набережная очень длинная и можно бегать. Побежали. Побежали, на встречу солнца. По всему поселку вот такие вот малоэтажные домики, вилочки, апартаменты. Так все очень мило, спокойно, тихо. Так что, кто любит спокойный отдых, где мало туристов и такая аутентичность, то это место вообще просто великолепно. Это у нас парк птиц. Бежали дальше. А вот и гранаты. Вот они какие маленькие. И скоро будут красивые, большие. И сладкие. Мы забегаем на центральную набережную Ветхие. Здесь очень красивая и длинная набережная. Такая смотровая площадка. Ну, побежали дальше. Красота просто. Ух, бегом, бегом. Навстречу солнцу, морю и теплу. Внимание, марш! А здесь вечером устраивает концерт, играет музыка живая, песни поют. И встречает закат, потому что здесь садится солнце. Очень красиво. Впереди детская площадка, она очень крутая, дети оценили, и мы сюда ходим каждый день. Ну, побежали дальше. Пляж Чалыш. Вон за тем мысом сейчас будет пляж Чалыш, основной пляж Ветхие, где все загорают и купаются. И приближаемся к пляжу Чалыш. Убегаем на пляж Чалыш. Осталась историческая часть Ветхие позади. И пляж
куча лыж. Такой он длинный. Здесь прекрасно бегается с утра и с такими красивыми видами. Вода сейчас спокойная. И после пробежки искупаться — это самое прекрасное. Ну, бежим дальше. Скоро закончится наша тренировка, и можно искупаться. И совсем чуть-чуть осталось. Мы сейчас добежим и будем купаться в таком потрясающем спокойном море. Ура! И все, наша тренировка подошла к концу. Так, смотрим, сколько мы тут пробежали. 6:84. Ну что, теперь у нас заплыв. Вот такое спокойное, красивое море меня ждет. А здесь, если заказать себе какой-нибудь напиток, лучина, прохладительные какие-то напитки, вот такие лежаки будут включены вам в стоимость. Ну, я пошла водички. Покажу вам водичку. На 8 утра, 8:20 уже такая не очень спокойная. Если хотите прям гладь, то это 7:30. Начинает она просыпаться. Море просыпается. Вообще здесь очень комфортно, потому что дует ветер. Казалось бы, здесь бухта, а ветер здесь практически постоянно. Такой приятный ветерок. Поэтому жара совсем не чувствуется. Вот такая вот водичка. Прозрачная и чистая. Вот после пробежки у нас все по-настоящему. И бег. Не просто снимаем, но и правда бегаем. Такие мокрые. Сейчас тут будем плавать. Сейчас утро. Мало народу. На самом деле здесь и в 11, и в 12 не очень много. Что очень приятно. Вечером. Вечером садится солнце вот за теми горами, и очень красиво. Дальше тоже пляж. Это вот наше место дислокации. Каждое утро мы здесь завтракаем, проводим время. Ну что, пошли купаться.